14-й год, если вы помните, вот так случилось, мы с вами сейчас говорим в момент, когда страна и мир находятся в очередной, так сказать, системе координат. С февраля месяца этого года, сильно отличающийся от того, что было еще в январе этого года. А 14-й год, он, по сути, так сказать, это начало вот тех самых процессов, которые были вызваны санкциями против Российской Федерации в ответ на крымскую историю, донецкую историю, то есть те процессы, которые происходили на Украине. И тогда вот этот санкционный каток, а он, по сути дела, совпал параллельно еще и с огромным количеством допинговых скандалов в спорте, начиная вот от этих всех легкоатлетических, потом в тяжелой атлетике, ну и так далее, так сказать, да, непрерывные доклады Макларена, непрерывные, так сказать, какие-то кассы, там, апелляции с разным исходом, как правило, негативным, Родченков. То есть вот этот вот накат международной спортивной составляющей по отношению к российскому спорту создавал какой-то такой нездоровый очень антураж, который меня в том числе убеждал не только по содержанию того, что из фитнеса должен вырасти спорт, который должен в стране конкретно развиваться как спорт в силу специфики и экономической, и политической, да, так как надо. Но, ну, представьте себе на секунду, так сказать, вот мы с вами сегодня находились бы в виде спорта, где там тысяча клубов, и каждый из которых аффилирован и платит деньги еще в Соединенные Штаты Америки. Вот вам просто модель, да? Тогда это было еще не так. Это было не так жестко, но намеки на специальные отношения к Российской Федерации, они все-таки имели место быть. Не хочу сейчас путать сюда вот эту историю, так сказать, с отдельными нашими спортсменами, которые с большим трудом получали американские визы, но их тоже из песни не выкинешь. Разные там, наверное, соображения, разные у всех причины и так далее, но из песни-то их тоже не выкинешь. Одним словом, всегда существовал какой-то вот такой, от разных причин зависящий, но какое-то ограничение, связанное с возможностью свободно развиваться, свободно дышать. И я, по-моему, даже в одном из интервью говорил, я объяснял, я хочу, чтобы мы создали дисциплину спортивную в другом организационном формате, который подчиняется нашим национальным законам, который позволит нам самодостаточно развиваться внутри своей собственной страны. Это не означает, что мы собираемся сейчас отказаться от некого там американского приоритета в развитии кроссфита как торговой марки. Тот, кто хочет быть аффилированным клубом, и мы в том числе долгое время являемся аффилиатами. Были моменты, когда у меня было 6 аффилиатов. И мы за всех платили, так сказать, соответствующие взносы. Если посмотреть так, я думаю, что может случиться и оказаться, что, может быть, в кассу кроссфита HQ, так сказать, мы на каких-то этапах побольше денежек перечисляли, чем кто-либо, на самом деле, потому что это было так. Я не говорю уже о том, что у нас помимо на Кипре кроссфит УТБ был создан клуб. Нужно было захеджировать, как говорят финансисты, застраховать свою возможность свободно, самостоятельно, без каких-либо ограничений заниматься развитием того функционального спорта, который, безусловно, вырос из кроссфита как направление фитнеса, как идея того, что спорт общей физической подготовки может быть спортом. Идея создания Федерации функционального многоборья возникла практически с началом деятельности фонда. Мы начали проводить большое количество соревнований и искали наилучшую, оптимальную форму развития этого направления.
можно назвать по-разному, кроссфита, функционального многоборья, функционального фитнеса. Тут надо понимать, что мы живем в России, и исконная такая форма развития кроссфита у нас, она, ну, сейчас мы уже можем сказать, что она практически невозможна, потому что малый бизнес достаточно сложно вести в наших реалиях. Мы это уже понимали тогда и, видя модель развития спорта в России, поняли, что нужно создавать официальный вид спорта, который даст возможность развивать спорт самых низов. То есть задачей было воспитание нового поколения кроссфитеров, функциональных многоборщиков, там, как угодно это можно назвать, то есть с самых ранних лет. И это позволяло сделать только официальная форма, то есть вид спорта. Собственно, тогда мы и занялись этим вопросом, это примерно 2013-2014 год. Ну, в 2013, я думаю, вот само создание документов пошло, а в 2014 году была зарегистрирована федерация. Впоследствии, кстати, что интересно, мы поняли, что не просто не ошиблись в своем решении создавать это направление как официальный вид спорта, развивать это направление как официальный вид спорта, потому что такой же целью озадачились и во всем мире. Спортсмены, функционеры. Собственно, вот в США в 2017 году началось создание Международной федерации функционального фитнеса, в которой на сегодняшний день, членами которой на сегодняшний день являются 50 стран. О чем, ну, это свидетельствует о том, что действительно есть в мире запрос на то, чтобы это движение развивалось как официальный спорт. Люди, несмотря на наличие коммерческих стартов, хотят идти в олимпийское движение, идти к официальному статусу чемпиона мира. И самое главное, что это никак не конкурирует с кроссфитом. Я имею в виду, что такие формы развития направления, они дополняют друг друга. Вот, в чем мы, собственно, убедились и чему я рад. Казалось бы, наша идея была абсолютно, так сказать, обоснованной, такой благотворной, но от ее обозначения до ее реализации прошло, извините, 4 года. 4 года! Понимаете? И я честно скажу, вот это терпение, которое мы проявили на том пути, который был связан с регистрацией функционального многоборья как вида спорта, приданием ему статуса полноценного вида спорта, приданием федерации полноценного статуса Федерации Общероссийской, осуществляющей руководство полноценным видом спорта, аккредитованным в стране, а не просто зарегистрированным. А теперь мы, если кто не знает, мы имеем аккредитацию на целый предстоящий олимпийский цикл. Мы в Олимпийских играх, может быть, участвовать не будем, а аккредитацию на Олимпийские игры, на цикл на 4 года предстоящий мы имеем. Мы заслужили это все 4 годами терний, безусловно, которые мы проходили с точки зрения убеждений тех людей, которые принимали решения в Министерстве спорта по этому поводу, в том, что мы этого достойны, в том, что это спорт, в том, что этот спорт может быть таким, а не таким, как кажется тому, кто сидит за столом заседаний принимающих решения. Можно было бы только сетовать, были откровенные противники. Причем противники не потому, что они понимают, против чего они выступают, а потому что им просто не нравится, что кто-то высовывается, что какой-то фонд Гераклеон создал какой-то спорт. Да кто это вообще такие?
Почему нам откуда-то сверху кто-то не показал пальцем, какой вид спорта нужно, так сказать, а почему они снизу пришли, и вот мы должны им это утвердить. Я горжусь этим путем 4 года. Мы прошли, и никому ничем не обязаны. И при этом я не сетую. Вот знаете, как бывает интересно, когда вопрос, так сказать, вот такой превращается в тяжелый путь и тяжелые испытания, по мере этого испытания ты начинаешь получать плюсы от того, что ты это испытание проходишь. Это как в тренировке. Самое нелюбимое упражнение, так сказать, начинаешь, так сказать, заставлять себя делать, и в итоге открываешь для себя какие-то новые ресурсы, резервы, и даже взгляд на него совсем другой, нежели тот, который у тебя до этого существовал. Так и здесь. И мы на каком-то этапе вдруг себя поймали на мысли, слушайте, а вот это критическое замечание мы, пожалуй, применим на практике. И вот здесь вот это мы исправим чуть-чуть. А вот тут нет. А вот здесь жестко встанем, не пойдем ни на какие компромиссы. А вот это подойдет. И вот в частности из тех замечаний, которые мы приняли, те же весовые категории. Можно об этом спорить, сетовать, не спорить. Но мы для себя очевидно увидели пользу разделения на весовые категории в рамках вида спорта в функциональном договоре. Мы подошли к определенной стандартизации, которая известную долю такого, знаете, стиля фьюжн в тренировке или в составлении комплексов тоже исключила. Мы для себя приняли такой путь. Спорт должен отличаться от фитнеса еще одной очень важной составляющей. Это в фитнесе каждый выступает как может. Человек, который занимается неорганизованным фитнесом, он же на свой страх и риск за свой счет, что называется, он же никому ничем не обязан. А спортсмен обязан показать тот стандарт движения, который является спортивным. И в этом смысле мы не гнушаемся уйти от вот этого сюрпризного характера объявления заданий, да, в функциональном многоборье, мы объявляем о этих заданиях там за 5 месяцев. Вот как сейчас на предстоящем чемпионате России, так сказать, они знали об этом за много месяцев, да и слава богу, и готовьтесь вот ровно к тем заданиям, которые вам предстоят и выполнить на спортивной площадке чемпионата страны. Главное, станьте теми, кто в кондиции, и вот из вас, кто готовился к этому заданию, тогда уж точно лучший покажет лучший результат. Любой, кто занимается организацией спорта, рано или поздно приходит к некому осмыслению, осознанию того, а как этим вообще надо заниматься. И то, о чем вы спрашиваете, о создании лиги, фит-лига, ведь она у нас, так сказать, была названа с самого начала, это абсолютно логичное решение, которое вытекало уже из той практики, которую мы получили, занимаясь кроссфитом и организуя тот соревновательный процесс, который, так сказать, мы... Для нас очевидно было, что есть разные уровни тех, кто занимается спортом. Это всегда так. В любом спорте есть уровень начинающих, любителей высокого уровня, переход в спорт, профессиональные спортсмены. И вот это расслоение, это абсолютно, а точнее говоря, его можно назвать даже не расслоение, а некая поэтапность, разные уровни, это то, что, собственно, спорт предполагает с самого начала. А я занимаюсь, и я хочу расти. До какого уровня я вырасту, это вопрос совершенно другой. Но массовость создает пример. Массовость формирует, мотивирует пример тех, кто достиг самых больших высот. Я уверен, и сейчас, пусть со мной кто-то попытается поспорить, если бы не было в кроссфите Фронинга, кроссфит пошел, вообще бы развивался по-другому. Я настаиваю на этом. Несмотря на то, что рядом были там достаточно высокой кондиции спортсмена, и тем не менее, что-то было у Фронинга такое,
что позволяло его рассматривать как некую икону. Икону стиля, икону этого спорта. Человек, который 4 года вот того самого периода, который кроссфит набирал обороты от геймс до геймс и так далее, я утверждаю, он поднял эту историю. Так же, как девушки, так сказать, с окончаниями фамилии Дотер, если бы не было их, а были бы только те, кто имеет исключительно, так сказать, англосаксонское происхождение, так сказать, да? Утверждаю, это была бы совсем другая история. Кроссфиту очень повезло, что на определенном этапе, важнейшем, судьбоносном этапе, вот таком определяющем его как направление, так сказать, фитнеса и вызывающего такой большой интерес, в том числе массовый, у тех, кто действительно погрузился в эту тему, что появилась у этой темы вот такая плеяда топовых спортсменов и спортсменок, которые стали иконами стиля. Что это означает? Это означает, что если ты хочешь развивать эту тему у себя в стране, тебе нужно особо, отдельно заняться формированием элиты. А элита формируется не только в массовых соревнованиях и спортивных турнирах календарного характера. Элите надо соревноваться с элитой. И в этом смысле пусть будет некий узкий круг, но элитных спортсменов, тяготеющих к профессионализации, зарабатывают денег от того, что они умеют лучше других. И в этом смысле задача лиги, я уверен в этом, она именно в этом. Задача лиги заключается в том, чтобы сформировать элиту спорта, образец которой, в свою очередь, становится мотивацией для более широкого массового занятия этой дисциплины, становящейся резервом формирования новой элиты. Ничего другого здесь нет, да, на мой взгляд, и быть не может. Поэтому спорт – это спорт. И спорт функциональное многоборье – это такая широкая сетка или сеть, которая просто призывает вас заняться вот этим разнообразным по своим физическим, так сказать, навыкам и, соответственно, кондициям спортом, из которого может вырасти самый разносторонний физически подготовленный атлет. Но лучшие из них могут и должны сформировать элиту этого спорта, стать профессионалами, способными зарабатывать деньги, и хорошие деньги, на самом деле, от того, что они умеют делать вот это лучше других, и на самом деле являются элитой разносторонней подготовки. И они же примерами для того, чтобы как можно больше формировалась вот эта резервная массовая составляющая. Если у какого-то спорта вот этого не достает, нет вот этой формулы, я уверен, этот спорт обречен. Мы можем заниматься массовыми забегами, например. Прекрасно. Люди бегут для здоровья. Еще бы мне только хотелось бы, чтобы справки о состоянии здоровья были, так сказать, не формальными, а действительно, как минимум, человек имел представление о том, какая у него кардиограмма хотя бы в покое. Потому что, когда я слышу там отдельные разговоры, там о бостонском марафоне, я вот туда последним услышал статистику, там один умер, а 15, так сказать, обратились за помощью. Я извиняюсь. Кто-то, может быть, скажет, что это такая, знаете, допустимая статистическая погрешность. Извините. Это жизни 16 человек. То же самое и у нас. Но мы не видим там элиты спорта. И массовый забег, он навсегда останется массовым. Это всегда будет некая визитная карточка того, смотрите, сколько мы привлекли к занятиям спортом. Я про друг... Давайте посмотрим на футбол. Хорош бы был футбол, если бы там не было Месси, Рональдо, Марадонны, Пеле, Эйсебио и так далее. Он был бы другим, этот вид спорта, совсем. Если бы он оставался на уровне ЖЭКа номер 13, команды ЖЭКа номер 13 и завода, так сказать, «Красный луч»,
Это был бы другой футбол. Интересный, массовый, спортивный праздник, но элиты мы бы не получили, правда? Спорт общей физической подготовки, тот, который претендует на статус формирования самых физически подготовленных атлетов, неважно, национальной локации или на земле, я убежден глубоко, как никакой другой требует высокой степени профессионализации и создания условий для формирования профессиональной элиты. Местечковость, художественная самодеятельность в этом виде спорта не должна иметь места быть. Это должны быть настоящие гладиаторы, ведущие бескровные бои, но показывающие людям, насколько можно быть разносторонне физически подготовленным. Вот и все. Поэтому опыт фитлиги, который начинался здорово, во что он уперся? Он уперся в одну очень интересную вещь. Ведь тогда, я вот сейчас, мы говоря уже о новом статусе ситуации, который мы имеем сейчас, я поднял тот образец контракта с атлетами фитлиги, который мы разработали тогда. Я честно могу сказать, это мы работали над ним очень серьезно. Мы привлекли к этой работе довольно серьезные, в том числе, юридические силы. Мы учитывали уже специфику, так сказать, своей практики, да? Вот такой контракт подготовили. Но опередили время, потому что он действительно был для настоящих профессиональных спортсменов, а значит, тех, которые, если подписались под эту историю, кровь из носа обязана его от буквы до буквы исполнять. А поскольку мы тогда находились еще на уровне роста там, отдельных клубов, когда люди, так сказать, многие из тех, которые уже неплохо себя чувствовали как атлеты, пока еще не определились там, в своей какой-то, может быть, жизненной там, или там, рабочей системе координат, исполнение этого контракта от буквы и до буквы было проблематично. Начались споры, а надо ли вот так жестко, а надо ли вот там в привязке. А без этой жесткости нет профессионализации. Это или так, или никак. И в итоге вот мы сначала пошли на какие-то компромиссы, так сказать, какую-то лояльность, а по большому счету эта тема выродилась просто в некие призовые там, на каждых этапах без каких-либо специальных обязательств, на самом деле, кроме ну, достаточно высокой степени там, участия. И то не очень дисциплинированная. Трудоемкая история. Нужно в одно место приезжать, нужно как-то это со своей выносливостью сверять, можешь ли ты в соревновательном режиме раз в две недели выступать, ну, и не реже. Можешь ли ты, например, из Петербурга в Москву приезжать с такой периодичностью, как это с твоей основной работой коррелирует. Опять, если у тебя есть основная работа, какой же ты профессионал? То есть, иными словами, вот это, тем не менее, наша проба пера на уровне фит-лиги, лиг как таковых, я настаиваю, это уникальный опыт, абсолютно верный опыт. Он нам точно дал ответы на очень многие вопросы, которые мы искали. Мы видим эти узкие места, и я уверен, нам никуда от этого не уйти. Мы все равно должны будем создавать лигу. Эта лига может касаться и отдельно взятой дисциплины, и некой совокупности силовых видов спорта. Но, повторяю, не хотелось бы повторять даже не ошибок, а неких элементов какой-то дезорганизации, которая до сих пор нам не позволяла это довести до конца. А в общем, путь-то абсолютно верен. На самом деле, я вот сразу оговорился, помимо существовавшей, существующей сегодня в другой конфигурации, а тогда в формуле региональные и, соответственно, CrossFit Games, да, существовало целый ряд, стало появляться, на самом деле, таких
локальных международных турниров, да, и мы были в том числе одними из тех, кто свой локальный турнир на Кипре стали создавать, но таких было много. И вот, в частности, я уже упомянул Kings of Wood. Нам очень понравилась вот эта идея этапности проведения турнира. Тогда этот проект был единственным, который в разных странах мира проводил разные этапы своего проекта. Короли Вудов, да, короли Workout on the Day, да, в основе, так сказать, это наши португальские коллеги, так сказать, были, да, Серджио Родригес, хороший очень, так сказать, специалист, кстати, мы недавно с ним тоже как-то так контактировали, обменивались там некими суждениями. Нам вот эта история понравилась, и первое участие, вот, не считая участия в 2013 году в кипрском турнире, местном турнире, под эгидой кроссфит-клуба «Кроссфит Лимассол», в котором я был главным спонсором, а главным организатором был не наш клуб, но клуб кипрский сугубо, да? Это, конечно, была уникальная история. Мы туда привезли несколько атлетов, выступали и в дивизионе женском, в дивизионе мужском, и в дивизионе, по-моему, даже возрастной там какой-то был дивизион, так сказать, там старше 30 лет отдельный дивизион был. И, в общем, с высокими результатами мы там победили, так сказать, победила впервые в своей жизни в турнире, я так понимаю, Оксана Бекмулова, выступающая в женском дивизионе. Поднялся на высшую ступеньку пьедестал Евгений Богачев. Наверное, в первый и единственный раз в своей жизни, на самом деле, он поднимался на пьедестал соревнований, так сказать, в которых участвовал в кроссфите. Кто же еще-то, дай бог памяти, Казанская была целая группа в тот момент на Кипре, и участвовали кто-то из атлетов, так сказать, вот этой группы, так сказать, участвовал тоже в турнире. Вот, дальше, так сказать, Battle of London, куда мы повезли Оксану Слевенко, Ивана Сурина в ветеранской категории и Сашу Надеждина, выступающую в мужской категории. Кстати, мы впервые тогда увидели на арене Сару Сигмунсдоттир. Если мне память не изменяет, она тогда заняла, по-моему, 4-е место на Battle of London. Вот. Да, вот такая началась. И у меня было желание с самого начала эту практику сделать очень широкой. Для того, чтобы готовиться к каким-то международным стартам, не надо было игнорировать вот такие локальные турниры, так сказать, в этом смысле. Мы их выбирали для себя, выбирали с точки зрения той конкуренции, которая действительно позволяла нам приобретать опыт и нужные соревновательные кондиции. Я в 2012 году, в конце 2012 года начала первый раз только, первые мои тренировки начались. И уже весной в 2013 году проводились региональные соревнования по кроссфиту. Вот. Я очень загорелась идеей подготовиться к региональным и к геймс. У меня были тогда такие амбиции. Мне казалось, что все, я могу все сделать, у меня все получается, все упражнения мне давались легко. Вот. И я думала, что я серьезно могу там что-то, ну, достичь серьезных результатов сразу же, очень быстро. Но на самом деле оказалось все сложнее. Вот, я отобралась все же на региональные, это тоже было нормальное достижение за полгода тренировок. Вот, но на самих региональных я поняла, что я еще тогда совершенно не умела рассчитывать свои силы, у меня не было никакого опыта. Я в начале комплекса всегда очень быстро начинала эти комплексы, сразу задыхалась, и в конце я очень много, ну, сильно сдавала уже в конце задания.
Вот, поэтому силовые, конечно, комплексы все выиграла, а вот все, что касается выносливости, вот, уже не очень. Ну, в общем, меня это осадило, я поняла, что не так все просто. Вот, это были мои первые международные соревнования, можно сказать, самые первые мои соревнования по кроссфиту. Они же были международными. И уже в 2014 году я уже подготовилась получше, и выступление мне, я бы сказала, 2014 год это было самое удачное выступление на региональных играх. Я очень близко приблизилась к тройке, могла бы даже туда попасть, прям меня несколько очков отделяло. Вот, и мне всегда не хватало чуть-чуть, буквально, там, где-то тактической работы, где-то выносливости. Я всегда выкладывалась довольно сильно, мне давалось это очень непросто, иногда даже до тошноты доходило, до рвоты. Вот, но не хватало всегда вот чуть-чуть. Я тогда, да, заняла 5-е место, тогда довольно сильный состав был. Там были Лаани Терездотер, Девиздотер, Хольта выступала, Брикс, вот. И вот, в общем-то, это они составили четверку, тройку, и я дальше, Брикс заняла 4-е место, я уже 5-е место. Из международных стартов я участвовал практически во всех играх Афродиты, и сначала мы их делали на песке, 14-15 год, они проходили на песке, около воды, то есть на пляже. Это, конечно, уникальный турнир, ну, тогда никто не проводил на песке соревнования. Вот, уникальные рамы были, были движения из силового экстрима. Афродита Геймс, я их очень люблю. Очень крутые соревнования, они проводятся в центре города, на берегу моря. Всегда много людей, аудитории вокруг, современная застройка, площадка, много иностранных спортсменов. Вот, всегда интересные задания. Я очень любила выступать на этих соревнованиях. Эти соревнования, я считаю, не уступают вообще по уровню проведения никаким другим американским международным соревнованиям. Вот. Я выигрывала однажды эти соревнования, но самые, наверное, запоминающиеся для меня были, это, наверное, 2015 год, когда был довольно серьезный состав. Выступала Хольт, Хельга Дотер, еще там несколько иностранных спортсменок. Один из Дотер выступала. И там серьезная борьба у меня получилась с Хельга Дотер. Я заняла в итоге 2-е место при равном количестве очков. Просто выиграла по последнему комплексу и по количеству более высоких мест. Вот, выиграла у нее. Хольт заняла 1-е место, я 2-е, а Хельга Дотер 3-е место заняла. Это еще самое запоминающееся для меня был еще 2016 год, когда мы выступали в команде. Вот, тогда тоже очень серьезная борьба получилась. До последнего комплекса было непонятно, кто выиграет. И в последнем комплексе мы выигрываем. И тогда прям радость была до слез. Все были очень рады. Сергей Александрович тоже там. Очень запоминающийся год был соревнования. Одни из самых наших крупных стартов не на своей площадке. Это 14-15 год на Поклонной горе. Большой летний кубок Герклеон. Я их отмечаю, потому что они все-таки были организованы, ну, фактически в центре Москвы. Очень большое количество зрителей. Это возведенная с нуля площадка на брусчатке. Это очень круто было. Я бы отметил большой летний кубок 2015 года, который проходил, так сказать, на Поклонной горе. Вот, это было очень серьезное событие, на самом деле. Очень серьезное событие. Я считаю, что из таких открытых турниров, которые мы проводили на открытой площадке,
вне спортивной инфраструктуры стадиона, это было очень яркое событие. Я вот совсем недавно пересматривал фотографии того, как мы обустроили эту площадку, на самом деле, и сколько там было людей, сколько там не только участников, но и зрителей. Это, на мой взгляд, история беспрецедентная для Руси, для российского кроссфита совершенно однозначно. Это было событие, когда мне казалось, что элемент комьюнити уже состоялся, что у нас есть хорошая почва, хорошая база для того, чтобы вот отсюда только вперед и вверх. И если мы этому добавим еще и собственные инфраструктуры, дальше будет только лучше и мощнее, на самом деле. Мне даже страшно сейчас представить и вспомнить, на самом деле, сколько затраты капитальных вложений стоило выстраивание вот этой площадки, потому что там одних специализированных фирм, там и шатров, и плазмы, там огромный экран, так сказать, который на огромной фирме стоял на половине Кутузовского проспекта, показывал, на самом деле, то, что происходит на вот этой площадке. Вот. Но и тем не менее я очень доволен, потому что я всегда очень позитивно оцениваю любой опыт, который тебя обогащает. А опыт вот такого освоения большого пространства, особенно того, которое для этого совсем не предназначено, это вообще совсем особая история и так далее. И я очень рад, что мы это провели на очень высоком уровне. Я очень рад и благодарен той команде, которая занималась вот этой всей организацией, потому что это был по-настоящему мощнейший спортивный праздник, который он проходил в течение 3 дней практически. Мы начинали в пятницу и начинали с научно-практической конференции, которая проходила там тоже в специально организованном шатре с большим количеством участников, заинтересованных участников. Ну и далее турнир сам по себе, так сказать, вся вот эта атмосфера открытой площадки, большого пространства, по сути, в центре Москвы, по крайней мере, так сказать, в том, что не перепутаешь с другим городом, совершенно однозначно. Это была очень мощная история. Очень мощная история. Я с удовольствием... И кроме того, ну... Команда. Команда тогда показала себя как действительно сплоченный, организованный коллектив, способный решать очень сложные, очень трудоемкие задачи. А это всегда не может не радовать. Это всегда является таким залогом того, что вы не просто на правильном пути, вы еще и располагаете тем потенциалом, арсеналом, который позволит этот путь пройти, на самом деле. Да, Кубок 15-го года – очень мощное событие, на самом деле. Когда мы говорим о вот этом периоде, который касается там, до 15-го года включительно, ну, я бы еще все-таки сделал некий акцент на тяжелой атлетике, потому что вот именно к 15-му году мы созрели уже до того, что тяжелая атлетика для нас стала такой отдельно стоящей, но рядом, безусловно, стоящей спортивной дисциплины, развитию которой как специальной спортивной дисциплины, мы тоже решили посвящать специальное какое-то участие и отношение. И то, что мы сделали в 2015 году, по сути дела стало, а не будем забывать, в конце 2015 года мы пришли, так сказать, на ту инфраструктуру стадиона «Салют Гераклеон», да? Который в том числе и имел в своем арсенале старенький, так сказать, там тяжелоатлетический зал. Вот это все, 15-й год, стал предтечей того, что мы в дальнейшем уже мощно стали делать в области тяжелой атлетики. А имею в виду, что в 16-м это уже процесс, так сказать, получил, так сказать, абсолютно масштабное развитие, поговорим об этом потом. В 15-м мы до этого доросли и созрели. Вот это тоже, на мой взгляд, очень важно подчеркнуть, потому что для нас было это очень важно. Все события в тяжелой атлетике, они были, по сути, нами сформулированы до конца в 2015 году.
Кстати, вот у меня на столике там стоит статуэтка. Эта статуэтка подарена мне главным тренером сборной страны по синхронному плаванию. Вот таким образом. Но сейчас мы об этом поговорим. А мы коснулись сухой гребли. Алексей Свирин, нас с ним связывает многое. Алексей Свирин работал экспертом фонда несколько лет. Вот здесь, на Сосновой, так сказать, мы начинали, по сути дела, первая секция по сухой гребле велась именно им, нынешним президентом Федерации гребли Российской Федерации. Поэтому наши отношения с ним очень плотные, давние. И я очень рад, что олимпийский чемпион и столь авторитетный в гребном спорте в стране человек стоял, в том числе, у истоков, так сказать, развития спортивной гребной составляющей в фонде и той части, которая к кроссфиту уж точно имеет прямое отношение. Поэтому мы вот на том этапе, который мы сегодня обсуждаем, с греблей работали очень плотно, проводили целый ряд турниров, и они не случайно перешли уже и в новую инфраструктуру, о которой мы позднее поговорим, структуру стадиона, да, где один из первых турниров, который проходил, был чемпионат страны, первый чемпионат страны по сухой гребле, на самом деле. Уже в рамках Федерации гребного спорта как такового. Поэтому любыми контактами мы в данном случае мы были рады, пользовались и всегда активно помогали, их развивали. Что касается синхронного плавания, ну, здесь совершенно уникальная ситуация. Я случайно в одной из социальных сетей, по-моему, в Фейсбуке, по итогам, если мне память не изменяет, универсиады, по-моему, в Казани, увидел пост одного из тренеров сборной команды страны по синхронному плаванию, по-моему, Татьяны Данченко, о том, что да, вот девочки выступили хорошо и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, вот там призовых там получить не получилось. А как раз вот началась вся санкционная история, видимо, ну, какие-то проблемы бюджетные наверняка, они, так сказать, экономические, они сказываются на тех формах затрат, которые к бюджету привязаны в этом плане. Так я это понимаю. Я прочитал и увидел, и мне как-то показалось это не то чтобы некорректно, как несправедливо. Я просто вышел на частный контакт, я ей написал. Я говорю, слушайте, я вам помогу на самом деле в этом отношении. Просто фонд «Гераклеон» вот заплатит там вот такую очень немаленькую сумму на самом деле девочкам, которые того заслужили, и, соответственно, пусть они будут этим хоть как-то, так сказать, там, довольны и так далее. Останутся без обид. Отвечу за страну, одним словом, да, за спортивные власти. И я это сделал. То есть финансово просто, по сути, им оплатил там некие призовые по итогам того турнира, по которым с призовыми что-то не получилось. Соответственно, и обратная реакция, так сказать, там, уже от Покровской, от Татьяны Николаевны. Познакомиться там. Познакомились, приехали, поговорили о том, чем мы занимаемся. Какие методы тренировки применяем, а как у вас синхронное плавание, общая физическая подготовка, а приезжайте к нам на круглое озеро, на нашу базу, посмотрите. Поехали. Взял с собой своих ближайших, так сказать, коллег, товарищей, которые в том числе, так сказать, и тренерской работой занимаются. Приехали, на месте посмотрели. Сейчас не буду вдаваться в детали, в специфику того, что мы там увидели. Но мы, безусловно, почувствовали, что может быть полезным с точки зрения общей физической подготовки сборной по синхронному плаванию. Я для себя в той поездке очень многие вещи открыл, так же, как и мои коллеги, потому что, ну, вот та красота, которую мы привыкли видеть на самых статусных соревнованиях в исполнении и индивидуально, и в сборных, наших девушек, так сказать, синхронисток, это не просто труд, это каторжный, сопряженный с огромным количеством лишений и травматизма, на самом деле, потому что вода, как среда обитания, это не лучшее место, вообще говоря, для
тяжелых физических нагрузок. И вот эти все подбросы, выпрыгивания, выбрасывания, так сказать, там, да, они к травмам имеют прямое непосредственное отношение. А вот лечить их так, чтобы еще и не закрепостить, чтобы там, не потерять, так сказать, гибкости, пластичности, да, и так далее, вот это была такая некая сверхзадача. Сверхзадача, которую я посоветовал, так сказать, на тот момент главному тренеру, так сказать, Гераклиона Евгению Богачеву осмыслить и попытаться, так сказать, помочь в этом отношении. Ну, Женя некоторое время посвятил, так сказать, тому, чтобы вот этой методологии, так сказать, общей физической подготовки синхронного плавания, ну, какой-то новый формат для себя получила, по крайней мере, взяла на вооружение те рекомендации, которые мы им дали в этом отношении. Поэтому эта вот история была вот такая. Что касается завершения 2015 года на ноте, которая положила начало новому этапу в развитии фонда Гераклион, это тоже правда, потому что именно октябрь, ноябрь 2015 года мы вошли на стадион «Салют Гераклион», тот, который тоже являл собой довольно жалкое зрелище, на самом деле. Не хочу, так сказать, каких-то эпитетов других применять. Это жалкое было зрелище. Но то, что мы сделали в 2015 году, и я подчеркну, не успев войти на стадион, еще не начав реконструкции, мы так обрадовались собственным стенам, собственной вот этой большой соревновательной инфраструктуре, и тем более своему дворцу спорта, который вонял пока еще непонятно чем. Мы потом поняли, чем там воняет. Когда вскрыли полы в том зале, который сегодня называется залом функционального силовой и кондиционной подготовки. Но это мы потом об этом поговорим. Но мы провели там и соревнования по сухой гребле, и финал фит-лиги 2015 года прошел в задрапированных, обшарпанных стенах вот этого большого зала дворца спорта. И прошел так, что я вот сказал о играх Афродиты и Большом Кубке, однозначно утверждаю, финал фит-лиги 2015 года был феноменальным по своему качеству и организации, и яркости зрелища профессиональным турниром по кроссфиту. Это однозначно совершенно. Феноменально. Красивейшая получилась история. И мы вот на этой позитивной ноте вошли уже в последующие периоды, занявшись параллельно и реконструкцией, и не снижая темпов, так сказать, в организации всего того, чем мы занимались и в тренировочной, и в соревновательной практике, потому что 16-й год – год особый. Тяжелая атлетика в полный рост, игры в Рио-де-Жанейро, допинговые скандалы, путь к Олимпу как первый турнир – которые, на мой взгляд, если бы какие-то люди добросовестные оценивали вклад вот таких частных людей, так сказать, в поддержку олимпийского вида спорта, они просто обязаны были об этом громко сказать. К сожалению, этого не происходило. Но это уже другая история.